На саммите каждую секунду использовали для решения важных вопросов. Вот видно, что Путин написал записку, далее следим кому. На чтение. Реакция. Такаев убирает записку Путина в карман. Но события продолжаются. Президент Казахстана подзывает своих помощников и отдает им уже свою записку. Делегация ее прочитывает. И другие непростые проблемы. Влияющие на жизнь миллионов, но не все и не сразу должны обо всем знать. В общем, это лишь со стороны. Кажется, что саммит – это место, где просто сидят и читают заготовленные тексты. Здесь в кадре и за кадром обсуждаются темы. Активность, экономика.